Всем зрителям и подписчикам канала привет! С вами Дмитрий и канал «В деревню». Сегодня на дворе у нас 2 января 2018 года. Температура воздуха плюс 4. Индюки гуляют в поле. Ночью был не то ливень, не то грибной дождик, который смыл остатки снега. Вот еще местами какие-то ледовые дорожки остались, а так снега уже нету. В общем, традиция прошлого года продолжается. Индюки ведут себя абсолютно по-весеннему, то есть у них такие начинаются тут спарринги, выяснение отношений. Примерно так. Отвечая на вопрос, мерзнут они или не мерзнут, скажу так. В минус 25 они у меня гуляли по снегу, были немножко вяленькие, но ничего, чувствовали себя вроде как хорошо. Я их подкармливал. Но при плюс 4, сами судите, видите, у них бои идут. То есть они воспринимают это как весну, май месяц. Так что вот такие вот дела.